лейтенанта Гурубы, гаубица 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 лейтенанта Гурубы. Прямо в рот. Это же нам, а ты коммунизма. Красная, это же ягоды.
Соединенные Штаты России. Книги, овощи и фрукты, книги, овощи и фрукты, на бухты. Ремонт аэропорт, кинотеатры, ремонт аэропорт, кинотеатры, российские. Люди, женщины, мужчины, люди, женщины, мужчины, ребята. Не трожь! Не трожь!
больно. Больно. Это песня гвоздя. Жарко. Это песня гвоздя. Больно. Это песня гвоздя. Больно. Это песня гвоздя. Жарко. Это песня гвоздя. Больно. Это песня гвоздя. Холодно. Никак. Это песня гвоздя. Совершенно никак. Это песня никак. Гвоздя. Больно. Это больно. Гвоздя. Жарко. Больно. Больно. Жарко, больно, жарко, больно, больно, жарко, жарко. Опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь.
Сгибаясь, пораясь под снег ногами, топнув слезами, зыркали кабанной вуаль, погреет до слез, флагами в хук громыхает гимн. Опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь. Эвы на поле, приступите часов, добрейшего дула, орлистая стать прогеройный стык, как жирных муду, пожирая, почесок свиня в мозгу. Опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь, опоздавшая молодежь. Yeah.
тянется к самке стада, волнуется детенышами, ветер разносит звуки, храбрецам воздается лакомством. Сунь стада головню, увидишь, как горит их кожа, увидишь, как горит их кожа, увидишь, как горит их кожа, за крюк петли мажут мылом, за стенами топчутся соседи неестественно. Спокойствия, неестественное спокойствия, неестественно. Нам-то известно где, нам-то известно как. Вопрос, ответ, ответ, вопрос. Рапорты потонули в общих сводах, куранты отзвонили, а утро медлит, не приходит. Утро сулили золотые горы, подменяя любовь кайфом. Моё, 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 моё. Кровь проливается сквозь кожу, кровь заливает подпорки, и изображение размыто. А надо внутрь тверди Ницше, убивай, топчи, вешай. Они не видят, они не знают. Ты вне закона, ты вне контроля. Ты никому не нужен, ты не человек. Ты никому не нужен, ты не человек. Не люди, 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 не люди. Thank you.
Быстротечные сеньоры, быстротечные сеньоры. Мы с подругой собрались отдыхать на водохранилище за городом. Естественно, оделись по пляжному, короткие юбки, открытые блузки. Вышли на улицу, а на нас смотрят, как на пришельцев с другой планеты. Оборачиваются и возмущаются. Но что же такое мы сделали? В свои 17 лет не захотели выглядеть, как наши бабушки? Нам не стыдно надеть короткую юбку и показать свою фигуру, свои стройные и красивые ноги. Но обидно, что пожилые люди этого не понимают. А посмотрите на наших 30-летних женщин. Они выглядят на все 60, потому что не считают нужным следить за своей внешностью. Одеваются старомодно, ходят без причесок, без макияжа. Конечно, в больших городах это увидишь реже, а у нас в провинции сплошь да рядом. Нам кажется, к воде могу. Так, так, на коне, так, так.
Пошпачки! Так, так! Пошпачки! Так, так! На! 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 Так, так! Панталоны! Эполеты! Панталоны!